Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о такой замечательной косметике, как Green Mama. Сегодня я получила свой заказ. На самом деле я ей занимаюсь уже около 5 лет. Очень хорошая косметика, и я ее всем советую. Очень качественная. Единственное, что уже года 2 или 3 или 4 даже консультанты необоснованно завышают цены. Из-за этого, соответственно, бывают всякие там подарки. Иногда подарки бывают с коротким сроком годности или даже просроченные, но на данный момент это не тот случай. В общем, начну я свой обзор с показа своих покупок. Кстати, все товары обычно приходят очень хорошо запакованные, там коробочка такая, бумажка проложена, чтобы ничто не побилось. Все обычно продукты или по отдельности завернуты в пакетики, или вот так, как у меня в этот раз. Два пакетика, что очень, в принципе, удобно. Это шикарный шампунь. Вообще он от перхоти, но он подходит и для жирных волос. Он мне очень нравится. Это лесная вишня и репейник. Лечебно-оздоровительный курс. Кстати, срок годности до ноября 2017 года и сделан в октябре 2015. В принципе, хороший срок годности, можно сказать, 2 года с хвостиком. Он густой, он, в принципе, такой прозрачный. Дозатор у него такой обычный, дырочка такая небольшая. И пахнет он очень вкусно. И он мне очень-очень нравится. Причем, если будете брать, то я его советую, он стоит около 200 рублей сейчас. Стоил он, когда я начинала заниматься этой косметикой, примерно 140 рублей. Соответственно, подорожала доставка, сейчас она 250, если почтой, ну, на базе выдачи и прочее, там тоже, естественно, дорого. Раньше уже года два, наверное, не было, были акции раз в полгода, бесплатная доставка, если оплачиваете Яндекс деньгами или просто картой, онлайн-оплата. Сейчас, кстати, ну, у них всегда такое есть, я потом под видео сделаю ссылки на оба сайта. Если регистрироваться на GreenMama.ru, то получаете за каждый заход в сутки по 10 рублей, добираете до 500, копиться они перестают, и можно будет потратить на 50% от заказа. Доставка этими баллами не оплачивается. Допустим, делаете заказ на 1000, плюс 250 доставка, если почта, и оплачиваете 500 рублей, и получается 750 вы оплачиваете уже своими деньгами, а 500 бонусами. Еще. В принципе, если накопили уже 100 рублей, то можно их тоже потратить, но это не очень выгодно. Если делаете заказ сейчас на 1000 рублей и без всяких бонусов или каких-нибудь там купонов, оплачиваете 1000 своими деньгами, то доставка у вас получается бесплатная на почту. Ну, на базе выдачи там уже немножко смотрите сами, когда дам ссылку, если кому интересно, увидите и ознакомитесь. Еще есть бонусная такая накопительная акция, это от 3 до 10%, или точнее от 5, если заказ до 1000, то 5% возвращается на ваш счет, если заказ от 1000, то 7, и если заказ на 3000, то 10% возвращается на ваш счет, если вы оплачиваете Яндексом или картой, или Вебмани. В общем, если вы делаете оплату электронным путем. И еще есть такая же накопительная акция, это если вы за 3 месяца сделали покупок на 3000 рублей, то 300, на 300 рублей у вас получается бонусами. Вообще заказ можно оплатить одним из видов бонусом, или бонус за красоту, это эти 500 рублей, или накопительный бонус, это вот эти 300 рублей, или бонус, а он раньше назывался Яндекс деньги, это которые за онлайн оплату. И еще, если вы за 3 месяца делаете покупки на 6000 рублей, то 1200 вы можете потратить на заказ Green Mama. Но, по-моему, до сих пор там уже, вот уже сейчас, последние года два, действует все равно доставка платная. Если вы покупаете, допустим, на 1200, то доставку все равно придется, кажется, вам оплачивать. На крайняк есть группа ВКонтакте, возможно, еще в Одноклассниках и в Фейсбуке, но я больше пользовалась группой ВКонтакте. Единственный минус, у них теперь стало, допустим, заказываете вы почтой доставку, делаете. Если вы сделали заказ до 10 утра понедельника, то отправляется вам посылка в понедельник, вторник или четверг. Я сделала заказ в
понедельник уже после 10. Надеялась, что мне отправят этот заказ во вторник. Но произошла такая же ситуация, как в начале года, когда я делала заказ на свой день рождения. Кстати, на день рождения они дарят подарок. Раньше там был какой-нибудь кремик, сейчас последние 2 с лишним года идет какая-нибудь очень конкретная фигня, совершенно не косметическая, или какие-нибудь дурацкие открытки, на мой взгляд. И не только я так думаю, многие в интернете, кто писал отзывы на эти подарки на день рождения, недовольны. Но это уже на усмотрение Green Mama, оставляем, так сказать, на их совести. В общем, подарок там на день рождения идет. Если вы не меняли информацию в своем профиле за месяц или за два до своего дня рождения, в течение месяца, после, допустим, у меня 14 февраля день рождения, то до 14 марта я могу сделать заказ, и мне придет подарок. Соответственно, там на шаге оформления нужно будет отмечать галочкой, если вдруг не стоит, что я вот хочу этот подарок. Соответственно, и еще там же отмечайте, хочу потратить бонус, либо не хочу потратить бонус. Вот такая вот история. В общем, мне отправили заказ где-то в четверг вечером, я писала уже консультантам, так же как в феврале, ну, вот у вас там написано так-то, а заказ висит оплаченный и все еще висит. Ну и мне сказали, что отправят, возможно, в пятницу. Хотя у них вроде стоит, что понедельник, вторник, четверг. Вот, в общем, совершенно безалаберные консультанты, плюс косметика-то шикарная, но отношение к клиентам стало намного хуже. Хотя, мне кажется, каждый клиент ценен по-своему, иначе, если у вас не будет ничего покупаться в магазине, то смысл держать этот сайт. Ну ладно, в общем, это про минусы и плюсы. На этот раз у меня был очень шикарный подарок. Там сейчас акция до 31 декабря, если вы делаете заказ с оплатой онлайн, то вам подарок за заказ, плюс еще подарок просто за любой заказ. За любой заказ это пенка для умывания с ромашкой. Вот мой сам, этот второй мой товар, который я приобрела, там это крем-лифтинг для тела с золотыми блесками. Радиола розовая и мушмула. Вообще, на самом деле, крем-лифтинг для тела, я его видела еще когда только начала им пользоваться, этой косметикой, он мне не нужен, но мне хотелось всегда его купить, просто посмотреть, как он выглядит, в руках подержать. И на него была скидка 50%, он мне обошелся в 200 рублей. Ну, там 210, как-то так. А еще тоже по скидке брала, он, в принципе, неплохой крем, крем для ногтей. Я сейчас даже его достану, это крем для ногтей, укрепляющий с морскими минералами и хитозаном. В нем буквально 20 мл, то он вот такой. Ну, вот, беленький он. Я уж не буду выдавливать, потому что я думаю, его может быть кому-то подарить ближе уже к 8 марта. Он хороший, действительно укрепляет ногти. Но упаковочка, конечно, большая, тут за счет дизайна, и кажется, что крем должен быть побольше. Мне кажется, это дурацкий вариант, когда у них, допустим, есть бальзам для губ, и бальзам для губ малюсенький, а коробочка огромная. Зачем это сделано, непонятно. Кстати, вот хочу сказать, просто открою вот качество косметики. Тут всегда такая слюда. Очень редко, если на креме нет слюды, но, в принципе, все равно, действительно, вот, кроме меня, его и пока еще никто не открывал, так можно сказать. Это мой первый подарок. Да, я оплачивала заказ бонусами, у меня был бонус за красоту, он лежал у меня практически, наверное, с марта месяца, эти 500 рублей там еще осталось, и вот сейчас они снова накапливаются. В общем, оплатила я где-то 256, что ли, рублей бонусами, или 260, ну, в общем, у меня сам заказ получился на 511 рублей вместе с доставкой, плюс два подарка. Это чистящая пена, гель для лица, ромашка и брусника. У них еще есть вариант 300 мл, и она очень экономичная, я вот дарила своей подружке, у нее она практически год стоит, и там совсем чуть-чуть еще осталось, и буквально капелька, и в общем она хорошо умывается, и насчет удалять макияж я не помню как, но умываться ей хорошо, и она, по-моему, не стягивает кожу, здесь 50 мл. Ну и тоже, это, конечно, не без слюды по ходу дела, очень крепко закрыто. И крышечка не отворачивается, но вот такой вот тюбик. Кроме меня пока ее еще никто не открывал. Не знаю, может быть, кому-нибудь отправлю в подарок, может быть, оставлю себе. И вот немножко помялась коробочка. Это у них года 3 назад пошли вот в таких коробочках сюрпризы. Тоже, кажется, по каким-то акциям были вот коробочки, видать, остались. Я ожидала увидеть в лучшем случае какую-нибудь там поставку под чай. У меня таких было 2, одну кому-то я подарила. И в худшем случае какую-нибудь дурацкую открытку. На самом деле я очень удивилась, когда получилось, что обычно в таких коробочках идет кремик.
Когда увидела коробочку, поняла, что это точно кремик. И тут был крем восхитительный бюст, эфирное масло розы, растительный коллаген. 50 мл. И, кстати, сроком годности он до марта 2017 года. Обычно подарки идут 50 на 50 со сроком. А тут до декабря 2017 года. В общем, на удивление, меня это радует, потому что на день рождения мне пришло что-то такое с очень вкусным сроком годности. Чуть ли там у меня, допустим, день рождения в феврале, оно пришло где-то до мая. Хотя вообще плюс Green Mama, это вот, допустим, вы, у вас заканчивается там маска или еще что-то срок годности у маски. У меня был такой момент даже с кремом для лица Пион и Чага, про который я писала как-то в комментариях под видео с Ифрашевским кремом подарок. Ночной крем для лица Пион и Чага. И, допустим, у меня закончился срок годности, на нем было написано, но еще где-то 2-3 месяца его можно пользовать. Даже консультанты на сайтах, те раньше так писали, что, в общем, срок дается с запасом. Тут он, красота женской груди, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это уже для тех, кто успел родить, мне такого пока еще не светило, и я не знаю, может быть, подарю кому-то из подруг, может быть, кому-то из родни. Тут, кстати, я вижу, что нету этой слюды, ну и он, соответственно, не буду я уж открывать. Ну, вот такой вот заказ с лепесточком розы. Два подарка. Бонус за оплату, хотя он, ну, практически не особо так выигрышный, этот бонус. Равен практически доставке, но если делать заказ, допустим, на 1000 рублей, то 250, получается, в подарок идет. Шикарный шампунь, который я советую, крем, который я не пробовала, но мне всегда хотелось его подержать в руках. Хотя, в принципе, он мне тоже не нужен. И вот этот я пробовала, крем для ногтей и кутикулы, очень хороший. Если вам было интересно это видео, то я рада. Ну и до новых встреч, пока!